Всем хаюшки, с вами на видеосвязи прямиком из ЧЗО Игонус. И сегодня у нас будет видео о моем моде на оружие. А точнее его маленький тест. Ну что же, устраивайтесь поудобней, наливайте чайку, если надо, и можете начинать смотреть. И также можете заметить, что я сейчас нахожусь в экзоскелете сталкера из Oblivion Lost Remake. Надеюсь, вам этот экзоскелет нравится так же, как и мне. Да, конечно, у него есть минусы в анимации, но зато, когда персонаж стоит ровно, он выглядит просто топчик. Ну что же, а мы, наверное, уже будем начинать в моей обычной броне сталкера, а точнее в заре, и уже наконец-то начнем сей тест. И посмотрим, какое оружие у меня тут есть. Ну вообще, у меня уже здесь все оружие, я долго работал над этим модом. Тут, так сказать, только чего нет. Как вы можете заметить, арсенал полностью как из сталкера. Тут даже есть оружие, у которых есть прицел. То есть, есть оружие без прицела, то есть, допустим, АК. И есть АК с прицелом. То есть, вот такие еще как бы плюшечки есть. Но это все для боя реализма и удобности игры. Так, возьмем еще СА лавину. Так, и патронов не забудем взять про запас. Патроны тут тоже имеются. Также имеются и гранаты, метательные ножи. Ну, короче, тут, можно так сказать, все в духе сталкерства. Так, вроде бы все, что нужно, взял. А сам тест оружия мы будем проверять вот на этих кровососах. Сейчас только перезаряжусь. Перезарядка будет работать непосредственно в инвентаре. Как бы... Думаю, это никому прям сложности такой не создаст, и это будет даже напоминать Oblivion Lost Remake. Потому что там, чтобы оружие стояло, нужно было вешать патроны на пояс. Ну и вы можете представить, что вы как будто вешаете патроны к себе на пояс. Ну а тем временем, пока я вам кое-что рассказывал, я уже перезарядил все оружие. Что ж, проверять будем вот на этих вот красавцах. Они сейчас не входят в инвиз, чтобы мне легче было по ним стрелять. Да, кстати, вот прицел. Это не фотошоп, я его не добавил никак. Он есть в самой игре, так что можете радоваться. Теперь у вас есть вот такая вот штучка прицеливания. Так, АК. Укороченный, ну... Ладно, сейчас я буду делать просто тест. Поэтому даю вам посмотреть на оружие и лучше услышать звук. Ну что же, на этом наш маленький тестик подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось оружие. Давайте я буду на последний выпуск. Так, все, больше нет патронов. Вот и ладушки, вот и хорошо. Вот так вы можете заметить, оно выглядит в руке. То есть, есть анимация, что он не просто у вас рядом, как предмет какой-то, а именно в руке, как настоящее оружие. Ну что же...
Всем спасибо за просмотр. Это был небольшой тестик. Больше оружия я смогу вам показать уже непосредственно в самом обзоре этого мода. Да-да, и это тоже будет. Также не забывайте подписываться на мою группу. Там выходят новости про карту и про сам мод. Думаю, там вы можете найти очень много интересного и познавательного для себя. Также я там провожу различные голосования. Вот, к примеру, взять эту неделю. На ней мы решаем, будет ли у нас в видосиках бодин Сенька. Он будет. Всем спасибо, все свободны.